Привет, любители мотоспорта, это обзор экипировки для магазина moto85.ru. Давненько мы с вами не виделись, а сегодня у нас на обзоре вот такой крайне интересный комплект для мотокросса, представленный компанией Shift. Данный комплект называется Shift Racing Assault Race 2015 года выпуска. Давайте рассмотрим его поподробнее. Поехали! Мотоскидки всем подписчикам и участникам группы ВКонтакте от партнера магазина moto85.ru. Итак, начнем мы со штанов. Перед нами классические штаны для мотокросса. Хочу сразу обратить ваше внимание на очень яркий стильный дизайн. Здесь присутствуют вот такие красочные гоночные полосы. Ну и в целом сочетание цветов весьма интересное. Кислотно-желто-зеленый, синий-красный. Замечательно. Однозначно гонщик в таком комплекте будет выделяться на трассе. Данный комплект изготовлен по всем канонам классической кроссовой экипировки. Но рассмотрим мы в первую очередь именно штаны. Здесь есть вентиляционные отверстия на вот такой мягкой прорезиненной вставке, которая в то же время несет некоторую защитную функцию, так как располагается чуть выше вашего колена на бедре. Над самим коленом есть мягкая сетчатая вставка. Она выполнена из тянущейся ткани, а сделана это с той целью, чтобы штаны максимально комфортно ложились на защиту колена-голени и не натягивались во время сгиба ноги. Чуть ниже колена мы видим вот такой логотип фирмы Shift. Ну и давайте рассмотрим штаны с обратной стороны. Здесь не используется кожа или кожезаменитель, здесь есть просто вот такая вставка из плотной ткани, похожая на мешковину, она достаточно грубая и шершавая. А сделана она для того, чтобы вы смогли комфортно зацепиться за поверхность пластика вашего байка во время езды именно коленями. То есть именно так, как вы должны ездить при правильном положении тела на байке. Помимо того, что данная вставка обеспечивает хороший зацеп, она также имеет защитные термические свойства и защищает вашу ногу при случайном соприкосновении с раскаленной трубой или резонатором. Внизу штанины сужаются. Это сужение сделано специально с той целью, чтобы штаны максимально плотно прилегали к ногам и вам было комфортно одеть мотоботы. То есть внутри мотобот штаны плотно обхватывают ногу и одетую на нее защиту колена-голени, тем самым занимая минимум места внутри бот. Боты застегиваются легко и просто, и это однозначный плюс. На задней части мы также видим тянущуюся сетчатую ткань. Ее функция очевидна. Данная вставка сделана для того, чтобы штаны максимально плотно облегали вашу ногу. Ну и к тому же она имеет определенные вентиляционные свойства и прекрасно впитывает пот. Верхняя часть штанов выполнена из такого же грубого материала, как и вставки в районе колен. Фиксируются штаны на талии совершенно стандартным образом. Это вот такой замок, вот с таким вот хвостиком. Мы вставляем его и подгоняем под размер талии, чтобы они сидели максимально плотно. Дополнительных липучек здесь не предусмотрено. Хочу обратить ваше внимание, что иногда на мотоштанах присутствуют дополнительные липучки для подгонки под талию райдера. Ну и, естественно, стандартная молния-ширинка. Она застегивается, после этого мы застегиваем уже непосредственно сам замок. Обратите внимание, что внутри штанов присутствует вот такой сетчатый памперс. Его предназначение — впитывать пот и обеспечивать хорошую терморегуляцию внутри штанов во время езды в жаркую погоду. То есть, другими словами, он прекрасно вентилируется. Также здесь есть вот такие стандартные неопреновые вставки, но они мягкие и сделаны на самом деле не столько с защитной целью, сколько для достаточно худых райдеров, чтобы штаны на них не болтались, а сидели плотно. Тогда такие вставки целесообразно использовать. В противном случае лучше их снять, потому что штаны будут сильно натянуты и какой-либо защитной функции они не несут. Отлепляются они вот таким образом, и, соответственно, если штаны с этими вставками вам жмут, лучше их сразу ликвидировать. Окей, ну а теперь давайте рассмотрим джерси. Джерси у нас здесь красиво запаковано. Доставать я ее не буду, так как потенциальный клиент может быть в перспективе недоволен, почему его джерси распаковали. Все правильно? Правильно. Это классическая джерси, выполненная из легкой дышащей ткани. Она прекрасно вентилируется в любую погоду, отлично впитывает пот. И из-за того, что она не весит вообще ничего, кататься можно даже летом в жаркую солнечную погоду. Хочу обратить ваше внимание, что у данной джерси есть дополнительные уплотнения в районе локтей и предплечий. Это специальные вставки, которые нашиты на саму джерси, и их назначение в том, чтобы защитить ваши локти в случае падения, хотя бы минимально, от царапин и ссадин. Очень интересное решение, и его аналог я встречал только у компании Fox Racing в некоторых комплектах серии 180 и 360.
Также хочу отметить, что комплекты от компании Shift представлены в абсолютно разных цветовых решениях. Соответственно, подобрать комплект, подходящий по цвету под вашу экипировку и байк, не составит никакого труда. Данный товар вы можете приобрести в магазине экипировки moto85.ru. Ссылку на этот товар вы найдете в описании к данному видео. Подписывайтесь на канал нашего магазина, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!